В селе Сарыжар Мартуксского района строится новая школа. Возведение образовательного заведения ведется в рамках национального проекта «Комфортная школа». О том, какие средства были выделены на строительство и о прочих сопутствующих работах в нашем следующем сюжете выпуска. Новая школа будет рассчитана на 300 мест. Стоимость строительства составляет 2 миллиарда 400 миллионов тенге. Работы по строительству начались в этом году. В настоящее время проводятся необходимые инженерно-коммуникационные сети. Уже проведено 30% сети электроснабжения. Работы по укладке кирпича были завершены на 70%. Строительство канализационных сетей только начинается. В целом строительство школы в селе Сарыжар обусловлено назревшей необходимостью. Строительство комфортной школы завершится в декабре. В сельском округе с населением 7 тысяч человек сейчас действуют два общеобразовательных заведения. С открытием новой третьей по счету школы станет легче не только ученикам из-за решения проблемы нехватки мест. Также благополучно будет разрешен вопрос трудоустройства молодых специалистов. Дороги в школу также ремонтируются. Делаются дороги, тротуар, асфальтируются несколько улиц, а именно улицы Иманова, Аль-Фараби, Абая, Жиздыбай и Айтигиби. Для того, чтобы дети могли комфортно ходить в школу, по программе Аул ЕЛБСГ было выделено 360 миллионов тенге. Определен подрядчик к проведению работ, он приступил в июне. Говоря в целом о развитии системы образования Мартуксского района, то в этом году местному отделу образования выделено 9 миллиардов 109 миллионов тенге. По сравнению с предыдущими годами, объем финансирования данной отрасли увеличился. Владимир Федотов, Дажан Жасуланов, телеканал Актобе.